Друзья мои, всех приветствую. От хозяйки поступила задача избавиться вот от этого и вот от этого дерева. Но рябинка совсем простая, это вообще неинтересно. А вот березка 15-летняя, высокая, вот это будет занятно. Сначала мы ее укоротим, а потом избавимся от пня. И сделаем это креативно и, друзья мои, красиво. Все вам покажу, давайте начинать. Так, ну что, заготовки под удаление готовы. Все это нужно вывести. А сейчас обкапываем вокруг, насколько это возможно. Уже недели две стоит 30-32 в Подмосковье. Поэтому земля, полагаю, как камень. Ну что, все равно работать-то надо. Давайте. Так, друзья мои, лом, лопата, совочек, ну и простая перчатка помогли нам на полметра, даже побольше, обкопать его кругом. Рябинка тут же, уставший ребенок, бедненький мой. Сейчас кофейку попьем и дальше нам поможет катер. Да-да-да, именно катер. Итак, друзья, как же нам помог катер? А мы оттуда взяли ремни натяжные и, соответственно, сейчас напрягли березу более мощным деревом, сосной. Понадобились оба натяжителя, оба ремня, поскольку достаточно большое расстояние, здесь, наверное, метров 5. Так, ну что, зацепились, здесь надежно, вот здесь будем тянуть, здесь у нас тоже все надежно, и здесь все зафиксировано. Она уже в целом, можно на ней играть концерты. Так что сейчас что мы сделаем? Мы подпилим вот эти корни и будем потихонечку березу как бы наклонять. Делать так, чтобы она с корнем, как говорится, вышла. Друзья мои, победа! 15-летняя березка, даже мне кажется, постарше она, вот с такими корнями, с палец, что боковыми, что центральным, повержена. Видели, что мы делали? Это лом, это лопата, это совочек, ну и руки. И как хорошие археологи, потихонечку-потихонечку докапываемся до корней, ну и, соответственно, напрягаем ее. А напрягали мы ее вот такими струбцинами с ремнями, которые притягивают наш катер к прицепу. Все достаточно просто. Да вообще такие в хозяйстве, я считаю, иметь просто необходимо. Сейчас их надо будет все протереть, хотя мы и в сухую погоду работаем, но все-таки марафет они любят. Вон даже заживало в бензопилу у меня кончик. Неприятно, но у меня они с запасом, поэтому сейчас обрежем, подпалим, и все будет хорошо. Так, ну и то же самое сейчас мы с рябинкой, но рябинка, конечно, уже попроще, чем вот этот монстр. Так, ну и корни. Ну, корни, что там? Сейчас быстренько выкопаем их, и все будет хорошо. Закапываем. Селитры туда можно, чтобы... Здесь вообще у нас стоянка будет, поэтому насыпем химии. И аккуратно потом бетоном. В общем, все будет хорошо. Солярки я еще налью. Ничего там расти больше не будет. Спасибо за внимание, друзья мои. Будьте здоровы. Не болейте. Занимайтесь физкультурой. Пока.